Вы знаете, оценка появилась практически сразу. Умолк я просто потому, что ждал. Екатерина Серебрянская получает 9866. Маловато будет. Цитирую известного мультипликационного персонажа, но, впрочем, и это, наверное, неплохо для гимнастки, которая практически целый год не принимала участия в крупных соревнованиях. За это время может, знаете ли, упасть любой авторитет. Екатерина Серебрянская сменила на ковре Виктория Данова. Болгарская спортсменка, и этим сказано очень много. Ну и сама по себе Данова тоже и довольно-таки известный мастер. Жребий или воля организаторов, уж не знаю что, распорядились таким образом, что спортсменки из сборных Украины, Болгарии, Белоруссии и России выступают просто подряд, одна за другой. В некотором смысле это даже удобно для того, чтобы отслеживать ход борьбы в командном зачете. После двух упражнений, напомню, сборная Украины была впереди. Простите, сборная Беларуси была впереди силами Евгения Павлина и Юлии Раскиных.